Сейчас я вот здесь вот гляну. О, здесь тоже, видите, цех. И здесь вот что-то в небо огромное смотрело. И где это, непонятно. Но толщина металла, видите, какая? Блин, большая. Здесь вот тоже была. То есть, смотри, раз, два, вон их сколько. Здесь вот тоже. Я даже не знаю, что это могло быть. Что это такое? Как это работает? И почему вот везде стоят вот такие вот штуки? Это просто муха всякой фигни. Обеззараживание, да? Да. Короче говоря, о как. О как. У нас второй этаж. Здесь вот первый выход. Вот так вот мы выходили. И, короче, видим. Вот это мы все прошли с вами. Потом. Видите? И наш путь должен лежать туда. Что здесь было? Никто не знает. Ты посмотри, какой апокалипсис. Отсюда такие кадры вообще, ты просто обалдеешь. Да. Башни — это часть чего-то. Да, да, в том-то и дело. Готов. Слушай, а тот цех? Тот цех, который мы видели, вот он. Ты еще говоришь, не, нас там спалят. Мы с корабля смотрели на него. Ага. Вот он. Смотри. Теоретически, смотри, теоретически, мы можем сейчас сначала сходим в тот цех, назад вернемся это, к этим башенкам, пройдем к этому, вот к тому цеху, по тому цеху пройдем, и вот там попадем на крышу, и оттуда вообще все отснимем. Пойдем. Уходя, выключи свет. То есть это под землей было. Это под здание. Слушай, это да. И причем-то вы посмотрите, какие длинные коридоры. Раз коридорище, два коридорище, какие-то... Я даже не могу сказать, что это такое и почему эти столбы тут стоят. Где все остальное? Да, и почему их не снесли? Ну, в них мы еще попадем. Сейчас мы движемся вот к тому цеху. Вот. А за спиной у нас остался вот этот цех. Но, как видите, он весь прозрачный. А по нему нет смысла лазить, да? Вот. Ну, просто все опасно. Очень опасно. Так что вот, ребята. Просто мы шли как раз к зданию, и я такой думаю, блин, подписчики должны это увидеть. Просто должны. О, там было освещение. Коридоры есть здесь. Были здесь коридоры. Вон даже лампы висят. Зеленый луг был. Вот, пожалуйста, еще одно помещение. Вот это помещение, видите, оно затопленное водой. Во. Это раз вода? Это, ну, вода. И вон там? Там вода. Это же пенопласт плавает. Все, понял, да. Вон, видишь, вода. Угу. Уровень один и тот же. И вот он, смотри, пошел туда, туда, что-то еще, короче.
И ты что хочешь сказать, что здесь шли какие-то трубы? Нет. Ты посмотри, какие закладные лежат. Вода, да. То есть ты мне не поверил, что это вода. Потому что это, ну, это застывшая была. Слушай, подожди. Мы сейчас реально находимся в цеху. Смотри. И это железная. Офигеть. Это, вот эта плитка, господа, эта плитка железная. Чтобы ее выковырять. Видите? Вот почему. Потому что ее не до конца тут выгребли. Ёшкин кот. Вот там можем перейти. Просто жесть. Оп. Это клемма от аккумулятора. Видишь? Угу. По-моему. Может, я и ошибаюсь. Там тоже вода, между прочим, господа. Это тут, походу, лестница была. Вот она и есть, эта лестница. Видите? И там вот замазали, что ли? Заделали? Нет, он туда идет ход. А, вот туда, все. Вот помню. Туда идет ход. И вот так, наверное, выходит здесь. Сейчас мы посмотрим. Нет, нету. Ну, наверное, он в то помещение попадает. Как нет? Да. Помещение заделывали. Вот и все. Что это? Почему это не все? Раз, два, три, четыре. Это с трактором было, типа, переезжали. Да. Ну, вот железо. Железо, вот, вот, кстати, погнутое. Вместо плитки положить железо. Это же насколько надо быть богатым. Так нет, понимаешь, иначе бы она вся покололась. По ней же ездили машины. Ага. Механизмы всякие падали. Вот. Возможно, что даже там, к примеру, какой-то слесарь психанул. Ну и смотришь, короче. А по цеху молоток летит там с зубилом. Угу. Ну. Ну там по пальцу попал себе, представляешь? Угу. Вот. И поэтому, а он приземляется на плитку, бах, и все раскололось. А так он падает вот на эту штуку, бах, и все целое. Не, просто не все целое, а все как новое. О, видите, вот еще один завал. Мы по нему переходим. Хоп. Да. Уходя, выключи свет. Рубильник остался, свет остался. Только я что-то не могу понять, как нам дальше перейти. У меня уже от этих путешествий ноги болят. Ух ты. Я тоже чуть не ушел. Что-то какое-то движение у меня под ногами началось. Руку давай. Давай руку. Опа!
О! Мы же, значит, и то можем здание отснять. Да, я понял. Звук идет. Однако. Столовая. Мать твою. Это что за говно? Да. Знаешь, что это такое? Шумка. Это круг заточный. Серьезно? Да. А в нем что ли? Там точат? Вон и сегодня. Хорошо. Что делаем здесь? Ну как вы думаете? Ну что, здесь охраняется объект. Но мы тут не воруем, ничего не рушим. А куда идем-то?